Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольги Болезина. Здравствуйте. Бизнес может столкнуться с штрафами, если не пройдет экономическую перепись. Она заканчивается 30 апреля, а приняли участие в ней пока 72% предпринимателей. Такая перепись проводится раз в 5 лет, участие в ней обязательно. Сплошному наблюдению подлежит 45 тысяч субъектов малого предпринимательства в Кировской области, в том числе 17 тысяч юридических лиц и 28 тысяч индивидуальных предпринимателей. Как сообщает Кировстат, до конца апреля малый бизнес должен отчитаться через портал Госуслуг. За несвоевременную сдачу отчетности предусмотрены штрафы индивидуальным предпринимателям от 10 тысяч рублей, малым предприятиям от 20 тысяч. Программа «Экономика». Сенаторы и кировские власти обсудили реформу в сфере проверок бизнеса. В Кирове в конце минувшей недели побывала делегация Совета Федерации. Сенаторы обсудили с кировскими чиновниками, представителями надзорных ведомств и замминистра экономического развития России Алексеем Херсонцевым предстоящую реформу нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной деятельности, которая даст регионам больше самостоятельности. Предполагается, что эффективность контрольно-надзорной деятельности также будет оцениваться не по количеству проверок, а по тому, насколько качественно проведена именно профилактическая работа. Экономика на 101 FM. Кировский производитель кистей собирается получать электричество из отходов. Об этом заявляют в компании «Художественные материалы». Крупнейший в стране производитель кистей и мольбертов уже внедрил безотходный цикл производства. Отходы идут либо в котельную, чтобы отапливать предприятия и соседей, либо на производство пеллет. Сейчас там занимаются отработкой технологий по получению электроэнергии. Экономика. Завершение в валютах на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 55 копеек, официальный евро 90.46. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.